Хируцы на следах. Wasabi z kumc. Kik. Rozić. Najsmakalna bejdzie. Szczyt z kumc.
Как вас удерживаете уровень, чтобы сигаретные карточки, набор карточек, знаменитые карточки, найдено 2 из 12, чтобы узнать подробности, удерживаете уровень. Закрыть ящик, взять R. Что там берет? Посмотреть документы. Перевесить, шум почитать, эх, перевернуть. Я ушла, чтобы выследить этих людей и вернуть наши деньги. Дверь заперта и ставни закрыты. Пообещайте мне, что вы не будете никому отвечать, даже если вам покажется, что это кто-то знакомый. Еды и воды должно хватить на 4 дня, или даже больше, хотя я собираюсь вернуться не позднее завтрашней ночи, пока меня нет. Поупражняйтесь в чтении и письме. Очень вас люблю, мама. Квену и Эдди. Сумка Б. Пересеклить, убрать, сумка. Что это? Сумка. Сумка Б. Так, сумку положили. Ага. Так, назад. О, взять. Вы подобрали открытый предмет. Такие предметы наполовину использованы и менее полезны, чем обычные. Закрытельщик. Потребляйте выделенные желтым тоники, чтобы форсировать ваши шкалы. Форсированная шкала некоторое время не расходуется при использовании. Почему он никак не реагирует на труп? Открыть ящик. Да, нужно изменить этот самый. Все-таки изменить. Здесь можно изменить. А, интересно. Здесь... А, о. Открытое чудо-зелье. Только взять нельзя. А поспать? Это дети. Умершие дети. От голода. Так. Ух ты. Ну ладно, два врага. Вот надо же так. Наши маски есть.
Ковбойский вольер. На старый человек обрез. Старый человек обрез. Thank you.
кошки. Salone mięsa. Iść. Obywać na dom. Odszedł. Piękne dziecko. Buchupon. Tak interesne. Отдельно почта, а отдельно еще какая-то хрень. И что это за хрень? Мне неизвестно. Вот это магазин, наверное, это почта. Маршрут. А это что такое? Что это такое? А это лошадка, наверное. А это да, магазин. Корзинка. А почта что? Почта. А это магазин. А это что? Лошадь Артура. А это кто? А это игрок. А что не Артур? Значит, он не Артур. Ну что-то другое. А это почта. Но мы не можем ничего взять чужое, потому что мы гуманисты. Эти, как его. Молодцы. Жаль. Лошадку не забрали. У дяденьки убитого нами. Сходим в какой-нибудь город. На 30 минуте мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире!